На базе Чугуевской центральной больницы станут обучать сестринскому делу. Это будет 7-й филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в Приморье. Губернатор посетил медучреждение во время рабочей поездки в муниципалитет. Чугуевская центральная районная больница работает в системе обязательного медицинского страхования и состоит из поликлиники, многопрофильного дневного стационаров, отделения скорой помощи. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. По словам Олега Кожемяка, благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения, больничный комплекс в Чугуевке существенным образом преобразился. Первое, мы, конечно, сделали поликлинику, провели ремонт в поликлинике и снаружи, и внутри, и она стала отвечать уже современным требованиям. Это сама по себе больница, которая требовала ремонта и внутренних сетей, и приемного отделения, других отделений, а также крыши, фасады, тоже это сделано. Сейчас идет ремонт родильного отделения, где будет детское отделение, там будет ремонт фасада, ремонт внутренних помещений. Там же мы предусматриваем сейчас на третьем этаже непосредственно открытие филиала медицинского колледжа. Есть потребность в средних медицинских работниках и возможность здесь ребятам получать образование на месте.